А вот шенгенская виза подорожает с 11 июня. Сбор за оформление вырастет с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей, сообщает Евроньюз. На рост тарифа повлияла инфляция в странах-членах ЕС, утверждает Европейская комиссия. Между тем, стоимость продления визы останется фиксированной и составит 30 евро. Еврокомиссия пересматривает цену шенгена каждые 3 года и может увеличивать ее в зависимости от экономики стран ЕС.